Хей, йо, гейс, с вами Шумики, мы продолжаем пройти игру по названию Rolling Sky 2. И это у нас история разбойника, в этой серии мы историю разбойника пройдем и грабителя. Скорее, наверное, это у нас Зорро. Ну, похож, по крайней мере. О, нифига. Норм, бочки скидываем. Вы думаете, легко вот так по таким проходикам бегать? Разбойница, девушка-кошка, подожди. Нифига. Ну вы передумали. Вы видели, как я там замансил? А, да, видели, все. Я даже это повторил. Тан-та-та-та-тан-та-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Блять, я испугался. Для меня крыша стала очень близком. Я нажал на эту херь. Я перепрыгнул эту херь. Фу, надеюсь, такого не будет, когда мы будем дальше разбойника играть. Рива! Ту-ту-ту-ту-ту. Откуда я мог знать, там мертвая точка была, я не мог увидеть даже этого. Такой бред. Нахера так делать? Чекпоинт, гоните. А, еще окна открываются, найс. Фух, чекпоинт. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ай, я думаю, из-за чего я проиграл? Вот, из-за ящиков тупых, которые под ноги лезут. Та-та-та-та-та-та-тан. Мне просто надо пройти этот ящик и все. Он мне подножку поставил, вы видели? Он мне подножку поставил.
У меня самовнушение то, что ящик очень близко, поэтому я быстро уворачиваюсь вправо. А ящика там нету. Потому что он немножко дальше. Во. А теперь он был. А теперь он был. А, то есть мы ее даже обогнали, то есть он сейчас приземлится и такой, ха, на повороте ее словит. Золотой? Так я много раз дыхал. Ой, зачем ты заходишь? Нет, 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 назад на сцену. Ладно, поехали. Ага, типа мы теперь захватили, и теперь мы бежим с ящиком. Wait, what? А, теперь мы бежим с ящиком все равно. Отдыхай, милочка. Ой, в нас что? В нас что-то кинули. Я не понял, а почему она раньше меня пробежала? А сейчас она нет. Подстава. Тупая подстава. Так, а где это была? Здесь, да? Нет, не здесь. Вот здесь была эта херь. А, просто бегу по верху, плевать. Ого, мне видимость даже сломали. Ой, стоп! Что это было? Меня же даже не предупредили, она сама начала крутить, а камера как-то херово начала действовать. Ясно. Пам-пам-пам.
Чекпоинт, пожалуйста. Фух, все. Че? А что я не схватил? Понятно. Пиздец. 10 минут. 10 минут обычный. Ну, бля, ладно, до этого еще что-то было? Или нет? Ада было. Я не представляю, как это вообще можно усложнить до нереального. Делайте хотя бы больше чекпоинтов, я не знаю. Вот оптимизация херня сейчас. То нормально, то херово. Ну, сейчас нормально. Это подстава, ну это подстава. Когда ты приезжаешь от какой-то платформы, я не должен уворачиваться сразу куда-то. Тут-т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 ут
А вообще-то я наступил. Я наступил, и по факту я должен был упасть нормально. Пипец, она... Моделька девчонки этой даже... Она даже не успевает прыгать. Короче, от ящика налево. Я сейчас смотрю самый такой большой триггер, который мне создает проблемы. Хорошо. Я не видел бочки, они у меня просто слились. Я представляю, если бы еще все собирал здесь. Это бы ёхнуться можно было.
Та-т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 а-
Так, запомните, бочки. О-хо-хо. Подожди, это сколько только процентов? Только 17%! И это только сложное. Еба. Какой же это пиздец. Еще и фризит. Не фриз, сука. Самые сложные моменты, и оно фризит. Хорошо, что тут немножко осталось. Вот посмотрите на эту девчонку, когда мы заходим уже в арт... Не в эти, ну, блять, вы поняли. Между домиками в проходе. Она просто ускоряется настолько, что даже сама не успевает двигаться. Как будто челик играет с... Спидхак. Ой, да, Спидхак? Да, спидхак. Где чекпоинт? Я уже до моста добежал. Где чекпоинт? Пиздец. Пиздец, подстава. Я не хочу уж играть. Ебанутый уровень.
Так, играем собрано. Дальше что-то вообще не понял. Куда мне нужно? А куда мне нужно было? А куда мне нужно было? В левую часть. Давайте попробуем часа в левую часть уйти. Ой, я чуть не упал. Это возможно было туда попасть так? Нихера себе. Где мышка, сука? Где мышка? Вот мышка, вот мышка, вот. Беги по мышке. Не, песня мне прикалывает. Уровень? Нет. Мне уровень вообще не прикалывает. Ни разу. Так, подождите, а из-за чего я тогда умер? Когда вниз спустился. Какая там была преграда? Короче, похуй. Все, блядь, наконец-то. Я дошел еле-еле. Пиздец. Ад какой-то. Еще коротенькие такие проходы. И такие резкие нападения. Резкие нападения. И главное ж, ни во что не врежься еще до этого. И это только, сука, нормальная сложность. Это не последний, это не кошмар, а что будет на кошмаре? На кошмаре, я думаю, я даже и до первого чекпоинта не добегу. Снова я зацепил то, чего нету. Блин, надо было сразу на ту сторону перепрыгивать к ней. А ну-ка, можно ли в натуре попробовать надо? Она ж, по идее, двигается вместе со мной в ритм.
Ту-т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 у-
Оно фризит. Только ебаные модельки появляются не вовремя. И фризит. У меня же нервишки поступают. Фризы. Вот, мог бы вот здесь сразу бы туда-обратно пойти. Или лучше не рисковать. Ладно, короче, давайте расслабимся и будем просто ехать. Ничего, что копия во мне появились. Короче, нужно с правой стороны сразу же начинать ехать, когда мы в парной компании. А я там чувствую, там не скоро будет сохранялка. Я вообще удивился, как я не грохнулся, когда... Да, когда там ехал. Вот снова я чуть не грохнулся. Ладно, чекпоинт, все. Все, чекпоинт. Но у нас уже времени нету, а я только еще на этом. Вы понимаете? 28 минут. Я только на среднем уровне сложности. А, здесь уже идет чисто моя тупизна. В смысле, а чё она... Почему она вообще первая побежала? Аллилуйя. 30 минут. Мы... Я не представляю, что здесь будет. Мне кажется, я сразу с окна выпрыгиваю. Умираю. Но пока
что все обычно. Ладно, здесь была моя ошибка. Но здесь окей, тут ничего такого нету сложного. И это странно. То, что она из-за своей скорости теперь еще вентили врубает. Нужно всегда ожидать то, что она может вентиль врубить. Вот, чекпоинт. Как и тогда. Все, а потом началась жопа. Они как будто забыли про чекпоинт с женщиной той и цветами. Чего? Короче, они уровень этот перевернули. На самом деле он не новый. Это то же самое, просто отзеркаленный. Круто. В натуре он просто отзеркаленный. И типа, знаете, сложность в том, что ты учил как тогда бегать, да? А теперь у тебя тот же уровень, просто отзеркаленный. Ну да, как я и говорил, просто отзеркальный. Ладно, давайте еще пару раз. Короче, давайте я пока сам попробую, дойду до чекпоинта, потом посмотрим, что там. Мне очень интересно, что на мосту там происходит. Что только что произошло? Сейчас вы прикинете, что только что было. После коньяки начался какой-то ад. Смотрите, все идет нормально. Я говорю, игра полетела уже к чертям. Смотрите, запоминайте. Видите, за мной бежит одна. В смысле, а что она больше за мной не бежит? Короче, у меня как-то игра забаговалась. За мной бежала... Хотя, может, сейчас работает. Попробуем. Я даже показать не могу. Ну, я хочу показать. Я не могу. Я хочу показать. Короче, намек вы в какой-то степени поняли, что, наверное, произошло, потому что я говорю, почему она не побежала дальше за мною. Надеюсь, кто-то понял, о чем я говорю. Как же хочется взять, просто зайти в этот редактор уровня и удалить все ненужное.
Просто вот это убрать хотя бы. Сраные показатели. То, что я вам прикол хочу показать, я не могу его показать. То, что я не могу туда даже дойти. Ладно, сделаем иначе. Да, главное здесь не проебаться. Я думаю, можешь вообще в настройки зайти и настроить получше. Ну, типа, чтобы он быстрее за моим... за мышкой бегал, перс. Вот, а ну. Будет тот же баг, который был? А, нет. Короче, вот это побежал вперед, а в тот момент та бежала сзади меня. И то есть у меня было такое, что одна за мной бежит, а другая уже впереди меня. И то есть я такой, что? Это как? А сейчас фиг вообще пойми, что происходит. Вот, допустим, я на плитку не нажал, звука не было. Я вообще не понимаю, что уже происходит. Игра просто сломалась в какой-то степени. Ну, сейчас более-менее нормально. Ладно, давайте до корабля. Ну, не до корабля, вы поняли, до куда. До моста. Короче, нет, я не могу это пройти вообще никак. Слишком сложно. Поэтому на этом мы закончим. Этот уровень непроходим для меня. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.